Налоговая инспекция города отчиталась за свою работу. В 2011 году налогоплательщиков, которые теперь спят спокойно, стало заметно больше. И это плод усилий не только фискалов. Работали миграционная служба, судебные приставы, прокуратура и другие структуры. Однако главный налоговик Валентина Корязина без критики в своем выступлении не обошлась. Одной из претензий к подчиненным Валентина Корязина назвала неправильные сведения о налогоплательщиках в базе данных, как по транспортному, так и земельному налогам. Из-за этого некоторые петербуржцы перечислили в бюджет значительно больше, чем были должны. По заверениям Валентины Корязины, досадное недоразумение устранят в самое ближайшее время. Поручаю заместителям руководителя управления Желудовой Нине Владимировне, Кашкиной Светлане Васильевне, начальникам инспекции продолжить работу по взаимодействию с регистрирующими органами с целью исключения некорректных и неактуальных сведений, содержащихся в информационных ресурсах налоговых органов Санкт-Петербурга. На совещание приехал губернатор Георгий Полтавченко. Сам он бывший налоговый полицейский, поэтому с бывшими коллегами разговаривал на одном языке. Очень важно, что по сравнению с 2008-м, докризисным годом, в Санкт-Петербурге возобновился рост доходов. Налоговые поступления составляют 70% от общего объема доходов городского бюджета. В 2011 году в городскую казну было собрано 275 миллиардов рублей налоговых доходов. Собираемость налогов повысилась на 10%. Лепта Петербурга в федеральный бюджет составила 316 миллиардов рублей. Это 3% от общего государственного пирога. Причем федеральные налоговые инспекторы видят положительную динамику в том, что наполняемость государственного кошелька стала хоть не намного, но меньше зависеть от сырьевой иглы. Поступления 2011 года выросли не только за счет нефтегазового комплекса. Высокую динамику показывает металлургия, машиностроение, электроэнергетика. Подарок преподнесли рядовым налогоплательщикам, которые регулярно ходят в инспекции по месту проживания. В некоторых отделениях установят камеры, с помощью которых в режиме онлайн можно будет наблюдать за очередями к окнам инспекторов. Причем оценить количество посетителей можно, сидя у своего компьютера, не выходя из дома или офиса. Сергей Семенов, Дмитрий Тимофеев, Кирилл Краснов. Новости 24, Петербург.